Всем привет! Сегодня будем готовить ленивые хачапури. Нам понадобится сыр, чтобы плавился. Ребят, в сыре не понимаю ничего, но в итоге вот беру и всегда получается. Не знаю, может быть задумка такая, то ли еще что-то, то ли руки растут откуда надо. В итоге всегда получается. Дальше помидорку возьмем. Зелень по вкусу, ребят. Кому что хочется, тот туда может и положить. Я возьму вот лучка чуть-чуть, укропчика, петрушечки. И нам понадобится армянский лаваш. Начинаем приготавливать. А, вру еще. Еще надо будет нам майонез. Начинаем приготавливать. Вначале нам надо с вами нарезать зелень. Я уже накидал сюда смесь, сделал, чтобы можно было сразу нам нарезать. И от этого дела уже переходить к следующему. Зелень нарезали. Теперь нам надо нарезать помидорку. Помидорку нам надо разрезать пополам и пошинковать мелко-мелко, вот так вот, совсем, чтобы еле-еле видно было. Крупно не надо, надо очень меленько, чтобы в процессе приготовки у нас очень быстро он приготовиться смог. Смотрите, какие нам надо, чтобы совсем-совсем они были прозрачные практически. Помидорчики нарезали, теперь можно убрать в сторону. И берем теперь мы с вами посудину с теркой, натираем сыр на крупной терке, вот на такой вот. Сыр натерли, теперь мы добавляем майонез. Ребят, смотрите, на глаз добавляю, вы тоже посмотрите, чтобы консистенция была такая нормальная. Зелень теперь. Помидорчики туда же. Если будете делать, смотрите, делайте в пределах разумного, чтобы все было. А то вдруг переборщите одного, второго, третьего, и получится непонятно чего. И теперь мы перемешиваем. Салат перемешали. Смотрите, в каком он состоянии. Он не жидкий, а должен быть в таком вот виде. Теперь приступаем мы с вами заниматься лавашом. Достаем лаваш, запечатанный. Разворачиваем. И нам надо его с вами будет порезать квадратиками. Сейчас все порежу, включусь. Нарезал я вот такую кучку лаваша. Берем один, расправляем как можем. Берем нашу начинку. Я, ребят, возьму вот столько. Положу практически посередине и начну заворачивать. Как-то вот так. Включусь, когда уже все заверну. Начинку я упаковал в наши ленивые хачапури. Теперь отправляем на решетку, ребят. Решетка у меня большая, поместится все. И теперь отправляемся мы с вами на мангал готовить. Подожгли угли, они не горят. Теперь воспользуемся вентилятором. Раздуем и начнем готовить. Раскидали угли, и теперь на угли ставим наши хачапури. Ребят, надо угли, чтобы были бы желательно, чтобы слабенькие. У меня, блин, в принципе, среднего такого жара. Для них еще жарко. Я буду почаще переворачивать. А если слабенькие, то достаточно 3 минут с одной стороны. Мне сейчас в данный момент придется переворачивать часто. Нам надо растопить всю начинку. И сейчас у нас углями пропитается весь лаваш. Сделаем тостики практически. Сейчас наберем.
разогреваем. Так вот, в таком состоянии готовится. Смотрите, уже подрумянивается. Готовится очень быстро. Не зря я их назвал ленивыми хачапурями. Ребят, зашкварчали там внутри, еле-еле слышно. Я думаю, на камеру навряд ли будет слышно. Значит, уже наши ленивые хачапури готовы. Идем дегустировать. Хачапурина наша готова. Приступаем к дегустации. Попробуем порвать. Смотрите, ребят, что у меня там внутри получилось. Сейчас на камеру покажу. Смотрите, как она аж вылазит. У нас начинка вся приятная, прекрасная. Сейчас буду пробовать. Попробую порвать. Ай. О, смотрите, какая красотища. Ребят, начинку попробовал. Такая вот шикарная вещь. Хрустящий лаваш. Вообще, не знаю, с дымком. Передать не могу, ребят. Вкусная, неимоверная вещь. Тянется все. Приятно очень. Ребят, кому рецепт понравился, ставьте обязательно лайки. Рецепт очень шикарный. Подписывайтесь на канал. Всем пока.